передать. Это земля плодоносная. Вот когда перед глазами что-то есть, и сразу перерабатываю. Вот я нахожусь там, где нет гор. Это означает равнина, это поля, это пшеница. Горы ничего не дают, они вот стоят и все. Мы ездили, там ничего нет, взять нечего с них. Скалы. А вот камни. Это все растет. Вот эта трава, это молоко. Это мясо. И что у тебя перед глазами есть, и за все благодари Бога, что мирное время, что мы можем собираться вот так. Мы сейчас утро, у нас сегодня, наверное, 14 сегодня, июня. 13. 13? Ну, 13 июня 15 года. Вчера костер у нас был, мы сейчас сделали разбор, кто правильно, неправильно, чтобы потом ошибок не было. Сейчас молимся, сегодня дежурные будут два мальчика, я назначил, Ваня и Арсений. Боже милостью, будь мне грешным, создал меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Отец Небесный, освети дары, посылаемые Тобою. Сердце наполни благодарностью. Посети нищих, сирот, вдов, одиноких, обездоленных. И пошли им все необходимое для всей жизни и для будущей. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Ты охватывай все, что есть всегда. Да. Так, садитесь на свои места. И на палатке фонарик не наступайте. А вы будете даже помогать. Фуражки свои уберите. И когда будете ходить, на палатке не наступайте. А когда кончится, тогда отдельно будете есть. Там еще Виктор Николаевич, надо суп принести, помочь. А суп остался, да? Так, сегодня третий не наливайте, пока я не угощу березу. Так, ты с ногами Ваня. Ваня? Ваню толкните вот это, он не слышит. Ты ногами уже залез, ее пачкаешь. Смотри, уже грязь. Толкни грязь с этой. Вон, на палатке грязь от тебя осталась. Вон, убери ее. Теперь заверни палатку подальше от себя. Заверни ее еще маленько. Вот теперь садись, чтобы ноги были на траве. По-моему, я прав сказал, ясно. Березовый сок вот третий, когда будет, я подам, покушаю. Маленько знали, что такое березовый сок. Куда хлеб-то положить? На тебя понадеялись, что ты вытрешь столы, столы сырые в дожде. Куда хлеб положить? Скажи, посмотри, лужа. Ты видишь так это или нет? Сейчас я столы вытру. Ну плохо стало, она стола не вытерла. Пришла с тряпкой. А кто? Фрося, я пошла за тряпкой. Ну, Фрося, там лужи, хлеб некуда. Фрося, ты не вытерла со стола. Почему? Вылазь из-за стола. А что, Фрося же? Иди прислуживай. Ну, я ж послала. Скорее за стол соропишься. Фрося, я ж тебе сказала вытереть столы. А что ты не вытерла? Я специально дала тряпочку. Вы послали Фросю, она со стола не вытерла. Вы проверяете, что она делает-то. Это небрежение. Не, ну надо же исполнять, тебе сказали. Это мне лекарство. Значит, надо это... Как? Так, подавайте им все. Так, внимание. В фуражках не сидим за столом. Просто вытащить, увидеть. Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй нас. Аминь. Во славу Божию. Третьего не наливайте, пока не дам. Так, картошечку, картошечку разложи всем по одной картошечке. Я на воду буду. Картошечку. Значит, Фросю там столы протирать и здесь. Так, Фрося, так, ты не дежурная у нас? Я просил картошечку. Хлебушку всем. Взрослым по 4, детям по 2. А, подожди, подожди. Ее не выжил. Нас взял вот этот. Не умеет вытирать. Тимофей, подними голову. Не умеет вытирать. Возьми, как ты это сделаешь. О, смотри. Потом... О, сделала, так, Тарасий где? Тарасий где? Тарасий, тебе. Тарасий, ложку свою. Ложку, давай. Ложку Тараса. Иди вот здесь вот проникаем, только не наступай давай на палатку. Это мои маленькие, я их поддерживаю, чтобы они росли быстрее. Давай вот сюда. Старшим накладывай больше. Так. Еще накладывай. Не на той, вот черный. Вот здесь три мужика будет. На кого четыре? Там они кусочки маленькие. А кто тер морковку?
Львов Николаевич? Не на той терли-то. Она настрогали, как будто бы капусту будете солить. Здесь мы. Львов Николаевич. Больше нам накладывают. Ну, на мелкой. И вот туда тоже побольше. Ничего, ты по одному берешь. Ты говори, кому нести. Так, это взрослому. Кто? Виктор Николаевич. Дежурные-то где у нас? Ну вот внизу, ничего сделаешь. А там помарили. А ты к девушкам носи. Им там очень удобно. Дай ей. Сейчас я взрослым насыплю. Ну что? Тиша, бери картошечку. И тут ложа. И сделаем. Никита, ешь. Это тебе. Ем всем здесь. Все, садись, садись. Деревня наша, Потеряевка. Ваня, носи. А мы сейчас туда наположили ее. Просто подними и держи спокойно, и все, да, видно будет. Паша здесь половинку просит. Ты еще не налили? Не Паша, слышишь просто? У меня есть. Паша, половинку. Где ты на палатке? Я вот думаю, нам бы носилки придумать такие простые. Кастрюлю туда поставил, и вдвоем можно раз взять, и все, сразу сюда унес и посуду. Вот, то есть какие-то две жерди, досточки. Понял, да? Тоже думал, как бы все это за один раз перенести. Потом поставил и туда унес. Можно так, так делать? Можно. Ну все, показал, Володя, садись, ешь. Дядь Володя, налейте полную.